А какие вам нравятся? Windows 2000 поддерживается с одним процессором и, соответственно, все. То есть 64 гигабайта памяти. Или двумя процессорами, не помню точно. То есть список всех поддерживаемых виртуальных машин очень просто и очень доступен. Набираем Windows, Microsoft. И пишем здесь вместо вот так. Hyper-V сервер. HVS. HVS. HVU, знаете, там HVS. Тут где-то была такая кнопочка. Сравнение, которое вы только что видели. А тут была кнопочка. Наверное, здесь. О, вон он. Сейчас, сейчас. Мы ж вас не обманем. How many? Which? О, вот она. Поехали. 2008 R2. 2008. 2008. 2003. Два виртуальных процессора. 2003, два виртуальных процессора. 2000, видите, не соврал, один виртуальный процессор. Линуксы, елки-палки. Линуксы, Сьюзи, где-то еще был, должен появиться Red Hat. Windows 7, ух ты. Смотрите, supported и работают разные вещи. Да? Supported, это значит, что если у вас с Сьюзи возникнут проблемы, и вы захотите на эти проблемы пожаловаться Microsoft, то Microsoft вас выслушает. Нет, и мы скажем, что поддерживает, свяжемся со Сьюзи и будем между собой решать этот вопрос. Да? То есть как бы у нас кросс-соглашение по совместной поддержке. Или вы позвоните в Сьюзи и скажете, у меня на виртуализации Microsoft падает все это дело. Не, а Сьюзи скажет, ой, классно, вы же там тоже деньги должны-то. Заплатите за поддержку, и после этого будет вам счастье. Да, то есть Сьюзи Red Hat 5 поддерживается на одном виртуальном процессоре. Сами драйвера, они open source. Да, вы выкачиваете драйвера, которые вам нужны, инсталируете их в ядро Xen, получаете работоспособную, соответственно, систему. Вот. Red Hat, этот FreeBSD, вообще народ там прикололся, там была проблема только с каким-то драйвером управления питанием, она не шатдаунилась, не выключалась. Короче, ее тоже решили и на русских сайтах. На русских сайтах, ну, в блогах Тикнета, у Бешкова того же, да, то есть, о, видите, смотрите, как все классно. Вот Бешков-то, Андрюша. Вот и Андрюша. Вот. Вот оно счастье. Андрюша просто рассказал, как делать. Он же не предлагает вам скачать. Андрюша — это сотрудник такой же простой парень, как и я, только в Microsoft Россия. То есть у нас с ним одинаковая должность IT-про-евангелиста, да, то есть, соответственно. Вы знаете, был недавно у военных, менял прописку и пришел к военным. Типа, а что это у вас за должность? Ну, IT-про-евангелист. Подождите, говорит, евангелист? Я говорю, можно записать евангелист, типа? Ну, пишите, евангелист. Так вы сможете тем, типа, полком там вдохновить перед боем? Грехи. Так что, если что... Тут шутил кто-то там в твоих блогах, как это, адвентисты седьмого окна, вот и будут. Вот, все есть. Все написано, куда сходить, кого послать, где забрать, видите, японские. Японцы оставили закладки, так что не к Андрюше вопрос. Все работает. Еще вопрос. А то у нас уже нолики стоят, уже 5 минут седьмого, не поверите. Конечно, это обыкновенная операционная система, вы ее бэкапите, как и бэкапили раньше, устанавливаете. Ну что вам, ну как, вот как вы не верите нам? Смотрите, DISM,
Запомнили эту утилиту? Онлайн. Запомнили, да? Get Features. Смотрите, это то, что здесь есть. Тут даже Best Practice Analyzer есть, который позволяет. Failover Cluster есть. PowerShell есть, обратите внимание. И где-то здесь должен быть бэкап. О, Windows Server Backup, прикиньте. Осталось только Enable Feature, Windows Server Backup, и с любой консоли вы даете стандартную команду. Либо устанавливаете PowerShell и через PowerShell рулите. Да, первым, кстати, спасибо, что я не заметил-то. Представляете, первым специально для вас. BitLocker есть. Там вообще тут мега-система, елки. А что? Какие коды? Вот эти? Да нет, это не PowerShell, это утилита DISM. Она отдельная, просто она заменяет собой OC setup, OC list. Не, ну какие коды? Это командная строка. Операционная система с нормальным человеческим лицом. Спросите у людей.